Смотри, ситуации разные, скажем так, где виноват и сделал травм. А вот этот убыток примерно, который у вас причинен, ну это небольшой. 5-10, да. Да. И вы правы. Потому что надо туда, то сюда. Ну понятно. Понимаешь, это я даже не спорю. По такому убытку, да. Ну, да. И вы там подсказываете, как правильно написать, что получается. Ну, я решаю вопрос с водителем, решаю вопрос с сотрудником, все вопросы урегулируем. Но в вашем случае пойдите в дознание. С мужиком, кстати, переговорите. Мужик, так это такая. Вот тебе тра-та-та, сделай тра-та-та. Знаешь, и тебе с ним, потому что то, что я вот бегал здесь, суетился, вы тоже на работе. Да, я на меня работа такая. Я подошел, сказал, вот смотрите, у вас расклад такой, либо вы вот сейчас, 99% вы виновник. Не потому, что вы плохой или хороший, нет. Да, я понимаю. Машины так стоят, повреждения такие. А как же, можно даже, если вы так виновны, можно так написать, что я буду невиновный. Что, так да. Тоже, а как другой водитель, да, он же не согласится, скажет. Так я же, вот это заявлено-то, это часть ему. Не, я понял, ну, инспектор. Водителя, ну, конечно, он вину берет на себя, у него штраф полтора. Можем решить вопрос. Вот я в прошлый раз разговаривал, я за пятак у человека уговорил. Говорит, все не согласились, 15 не взяли. Ну, там и бытка на сотку, понимаешь? Мне обвинили второго в черную голову. Хотя машина легковая была виновна по отношению к кому. Ну, как у вас ситуация? Ну, там гаишники обвинили, там схему поменяли, замеры там поменяли, ну, ширина правой части, все это там, ну, там, это тонкости, я не буду все рассказывать. Ну, короче, свою работу сделали, и вот этот человек, которого обвинили, он ничего не докажет, потому что уже все сделано. Весь материал выписан, а чтобы отменить решение сотрудника ГИБДД, это там ж**, суд. Если он сразу решил, сначала решение отменяется. Потом в судебном порядке назначается решение. Это такой геморрой. И можно сразу договориться, сколько это, какой сколько? Порядок, ну, там, 1000 рублей. Вот обычно рубалек, гайцам рубалек, по определению. Гайцам рубалек, чтобы он нормальную справку составил при вашей очевидном ДТП, вы пострадавшие. Ну, понятно, чтобы то не было потом геморрой. Да, не бегать, не искать, там все повреждения записаны, даже что нет, они еще допишут там, что надо. Гайцам рубалек. Есть ситуация... Качели, рога, тогда 3-5. А если вы виноваты и вы хотите быть правым, 5-10. Но опять же, это опять зависит от ущерба. Вот здесь на светофоре мне человек полтинник отдал. Ну, у нее убытка на 300 тысяч. Приехали гайцы, я им денег зарядил, они глаза вытаращили и все написали. Ну, хочу быть правым, с меня полтос. Я-то вот это у меня хобби такое, а основная деятельность, это вы же деньги в страховой компании для вас. Вот основной вид деятельности. Страховая десятку платит, я отжимаю полсы. Страховая 30 платит, отжимаю сотку. Получается. Да. Я уже 8 лет за этим бизнесом. Да по мне вид. Такой жучар. У вас есть, да.